Ми знаходимося на стенді біля комбайну «Скіф». Представте, будь ласка, як вас звати? Шляхер Сергій Вікторович. Сергій Вікторович, що це за комбайн? Це якась новинка для українського ринку? Що він взагалі собою представляє? Ну, якщо говорити прямо ответ на ваш вопрос, то действительно это новинка для нашего рынка. Это новая модель комбайна. До этого мы 2 года занимались производством комбайна, который назывался «Скиф 280». По сравнению с предыдущей моделью, машина претерпела достаточно интересные изменения. Увеличилась мощность двигателя, изменилась система оборота, она стала более продуктивной. Порядка 10% у нас получился прибавка к производительности. Если говорить об условиях труда, кабина стала шире, больше стало осветительных приборов. И если в предыдущей модели электроника отсутствовала как таковая, то здесь уже электроника является базовым элементом в настройке комбайна, в оценке его состояния и многом другом. Ви сказали, що комбайн став потужніше. Можете сказати, який двигун тут стоїть, якої потужності? І на предыдущій моделі 280, і здесь на машині 310 установлен двигатель компанії Ахко Сису Пауэр. Предприятие знаходиться, сам завод, который производит эти дизеля, находится в Финляндии. Мы были, представители нашего завода неоднократно были на этом заводе, видели процесс производства, это полностью роботизированное предприятие, поэтому мы уверены в качестве этих двигателей. То есть этот двигун, в принципе, адаптован сам на работу на комбайне, под его вот такие особенности, можно так сказать? Смотрите. Чи это не совсем логичное питание, чи некорректно? Скажем так, этот вопрос вас оправдывает, если вы автолюбитель даже, или даже на тракторе работали, то там в этих условиях двигатель является базовым аргументом с точки зрения скорости и так далее, и так далее. Для трактора это мощность, у комбайна немножко это по-другому, двигатель у него работает не от педали газа, ручка газа. Вот. И базовым вопросом является способность двигателя поддерживать стабильные обороты независимо от загрузки. Почему? Рабочие органы комбайна непосредственно связаны именно с двигателем. Если начинают обороты проседать, падать, то, соответственно, качество зерна в бункере будет ниже, начинает комбайн за собой терять зерно. Поэтому стабильность работы двигателя для нас является базовым параметром. Этот двигатель, кроме того, что он очень устойчиво работает, он имеет самый низкий расход топлива. Якщо, ну, я розумію, що витрати парного це таке, немає якоїсь одної одиниці виміру, да? Ну, всі якісь середні вже показники, якщо там... Ну, смотрите, наш завод в своє время займався, работал, вернее, с двигателями разных производителей. Это и в своє время и харьковский завод дизелей, это и Ямзы, это и Дойцы, это и Ахко Пауэр. Ну вот если брать, то, например, Ярослав, начнем с Харькова. Харьковские там под 170 грамм на лошадиную силу в час, это универсальный показатель. Ямзовские уже были 154, а эти 123. То есть, если посчитать достаточно большое количество дизелей, которые есть на рынке, то это цифра самая минимальная. Еще один показатель. Комбайн на полном баке работает 10 часов. То есть 450 литров, это 10 часов, это так называемый световой день в летнее время. То есть то время, в течение которого комбайн может беспроблемно работать на уборке. Ну, тобто, якщо простіше сказати, зранку заправили, пішли цілий день на жнива, вечором повернулися, вечором доведеться заново заправляти. Тобто, його вистачає на цілий день роботи. А як до нашої солярки ставляться цей двигун? Тобто, чи їсть він її? Чи подобається вона йому? Давайте говорити так, як є. Ми пытаемся продавати, або продаємо, не пытаемся, а продаємо хороший товар. К этому товару нужно, чтобы все остальные товары были такого же качества. Поэтому, конечно же, мы настоятельно рекомендуем покупать хорошую солярку на проверенных заправках. Вот. Хотя на комбайне предусмотрены элементы для очистки от различного рода мусора, от воды, различного рода датчики. Но
Ну, краще купити якісне пальне і не потім собі не морочити голову. І не морочить голову. Опит показує, що при качественной солярці розход, соответственно, менше, тому що двигатель виробляє необхідну мощність. А хто виробляє даний комбайн? Як правильно називається ваш завод? Производить цей комбайн, ну, правильно, якщо назвати, то це товариство з обмеженою відповідальністю, науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод». Знаходимося ми в місті Херсоні. А даний комбайн, я так розумію, що крім українських, тут, до речі, питання трошки не так. А тут присутні іноземні запчастини, чи це чисто український комбайн, наскільки він? Давайте ще глубже копнем. Ми представляємо не тільки зерноуборочний комбайн, ми представляємо зерноуборочний комплекс. Почему? Зерноуборочний комбайн – це дуже дорогое удовольствие. Якщо вбирати тільки зернові, то тримати таку мощність ради двох місяців – це неправильно. Поэтому комбайн должен начинаться с рапса и заканчиваться кукурузой аж в феврале. Поэтому мы предлагаем жатки для уборки зерновых, кукурузы, подсолнечника, рядковые, безрядковые. Соответственно, для того, чтобы такую получить высокое качество, чтобы специалисты сельского хозяйства в уборку не занимались ремонтом, а работали, нам действительно приходится приобретать комплектацию, в том числе и за рубежом. Мы с вами сегодня пытаемся идти в Европу, а Европа – это прежде всего международная глобализация, сотрудничество. Поэтому мы покупаем проверенные временем элементы. Например, мост ведущих колес, бортовые редуктора, центральная коробка – это класс. Поворотные кулаки на мосту управляемых – это класс. Привод косы на жатке – это класс. Элементы рамы, передачи. Барабаны – это Финляндия, выгрузной шнек, бункер, кабина со всеми ее элементами – это тоже Финляндия. Двигатель, мы говорили, что это Финляндия. Ремни – Европа, подшипники – Швеция, измельчитель – Швеция. То есть сегодня мы берем… Да, действительно, комбайн стоит недешево. Как еще, может быть, какова вартость комбайна? Да, стоимость комбайна 4,5, этого 4,5 миллиона, а 280-го 4 миллиона 200 тысяч. Эта модель у нас правильно… Скиф 310. Вот. Но это прежде всего связано и нацелено на высокое качество и меньше проблем для… при експлуатації. Тобто можна сказати, що європейський комбайн не може коштувати мільйон, да, як хотілося б фермерам. Такого не буває в принципі в природі. Якщо людина хоче купити якісний комбайн, вона готова бути до того, що певну частину коштів доведеться все ж таки викласти. Так, ви праві. Комбайн, наскільки я розумію, збирається в Україні на заводі, який ви сказали. Херсоні, да. Чи він має якесь відношення до державних програм підтримки фермерів, чи, на жаль, він не підпадає під ці програми? Надо віддати должне Министерству экономики, которое с нами, в общем-то, работает в этом направлении. Да, мы смогли довести свою локализацию до необходимого уровня, и сегодня мы действительно в государственной программе компенсации. Но комбайном 280, 310 пока мы готовим документы. Ага, я зрозумів. Ну, процес запущен, значит, рано чи пізно буде. Да, Трошки давайте про систему обмолоту поговоримо. Тут, наскільки я розумію, барабан, чи це роторний комбайн, можете більш детально? Да. Значит, комбайн представляет из себя машину, в общем-то, классической схемы, то есть жатка, наклонная камера, но у комбайна два барабана. То есть барабан предварительного обмолота и основной барабан. Изюминка комбайна – независимая регулировка зазора на первом барабане, на втором. Например, у некоторых машин регулировка совмещена. То есть выставление зазора на одном барабане просто автоматически переводит второй барабан. Но не всегда это правильно. Дальше у нас идут классические 6 клавиш и решетный стан. То есть ничего принципиального в этом месте нет. Но колосовое, не недомолот колоса, у нас стоит колосовое домолачивающее устройство, что является отличительной особенностью нашего комбайна от всех европейских машин. Благодаря этому мы выходим на производительность порядка 18 тонн в час. А ви трошки повернуся, ви казали, що у вас два барабани стоїть. Перший барабан, він в нього функція чистого молоту, чи він частково ще прискорює масу перед тим, як попадати? Ні.
Тільки обмолот. Обмолот. Ускорение, не ускорение. Смотрите, для того, чтобы обработать зерно, нужно 29-30 метров в секунду. Линейная скорость по отношению барабана к подбарабану. Уменьшение этих оборотов приведет к недовымолоту. Увеличение этих оборотов приведет к тому, что зерно будет измельчаться в муку. Поэтому эти ускорения, это, ну, так сказать, рассказывают этих ребят, которые напротив нас стоят. Вообще барабан предназначен совершенно, первый барабан предназначен совершенно для этого. Если мы посмотрим структуру колоса, то нижняя часть где-то 20%. Это так называемое перезревшее зерно. Для того, чтобы его вымолотить, по колоску достаточно ударить. Дальше идет зрелая часть, и потом уже недозрелая, где-то 5-10%. Так вот, первый барабан вымолачивает эти 20%, остальные вымолачивает второй барабан, а вот весь вот этот паровоз, клавиши, решета, это для вот этих 5-10%. Домолачивающее устройство. Для того, чтобы снизить нагрузку на второй барабан, и ставится предбарабан предварительного обмолота. На сьогоднішній день аграрії починають задумуватися про якісь такі технологічні новинки. Це картування врожайності, ну і все, що з цим пов'язано, так звані там розумні технології. Чи плануєте вийти в цьому напрямку, чи на сьогоднішній день поки що це не найбільш актуальне питання саме для вашого заводового виробника? Давайте я попробую відповісти на ваш вопрос в двох направленнях. Значить, перше, дійсно, некоторые задають вопрос по GPS-навігації, по установки картографирования. Сегодня это не проблема. Сегодня масса фирм предлагают на выбор самые разнообразные системы. И, в общем-то, у нас есть положительный опыт здесь, в Киевской области, хозяйство Воронки-Вара. Они установили такую систему самостоятельно, и она эффективно работает. Вообще хочу отметить это хозяйство. Киевская область, какие районы, что можно было? Бориспольский район. Они очень ревностно относятся к этому комбайну. Он у них выглядит... Краще, чем новый, может, да? Нет, лучше, чем у многих, у тех, у кого есть дорогие автомобили. Они за ним очень хорошо смотрят. Мне очень, как производителю, это очень приятно. А вот теперь я бы хотел остановиться на более глубинной проблеме сегодняшнего сельского хозяйства. Если 5 лет назад количество хозяйств, которые имели более 10 тысяч гектар, составляли всего 23%, то сегодня количество земли под такими хозяйствами выросло до 60% и более процентов. То есть сельское хозяйство вроде как превращается в промышленное производство, но это приводит к тому, что резко сокращается количество людей на земле. Соответственно, покупаются большие машины, которые уже не столько обрабатывают землю и урожай на земле, сколько гробят эту землю. И нужна срочная государственная политика, которая бы определяла землю как действительно самую большую ценность Украины. Сегодня этим никто не занимается. Если взять, например, Европу, то человек, у которого 1000 гектар, приравнивается там к директору банка. Так, це правда. У них господарство, ну, невеличке, по 50-100 гектарів, це вважається вже... 450-500 – это уже зажиточный человек. Люди остаются на земле, люди привязаны к земле, они за ней следят, они понимают, что она кормит их. А то, что у нас происходит, к сожалению, это дорога в никуда. Добре, давайте повернемося все ж таки до технічних питань. А це зв'язано з технічними вопросами? Я не сперечаюсь, да, все нормально. Скажіть, будь ласка, обслуговування даної техніки. Я так розумію, що тут, в принципі, все стандартне, як і з будь-якою технікою. Тобто є певні вимоги, в який період часу потрібно проводити заміну фільтрів, маслів. Чи тут якісь, можливо, є нюанси, особливості? Ні, ви праві в тому плані, що дійсно обслуговування не дуже складне. Але тут можна ще і таке вопрос обсудить. В нашем комбайне отсутствуют ремни, подшипники какого-то специального производства или изготовления. Общепромышленные ремни, общепромышленные подшипники. То есть потребитель, не особо напрягаясь, может получить любую комплектацию. Инструкция написана очень просто, доступна, понятна. Обслуживание стандартное 50, 500 и 1000 часов. А коли комбайн купується, я так розумію, що перший рік він на гарантії, скоріше за все? Ну, є програма, спеціальна програма, яка определяє ось цей порядок. Вот, мы при покупке обязательно работаем с клиентом, он нас обязан уведомлять о наработках, которые у него получились, о вопросах, которые возникли, для того, чтобы и он, и мы быстрее реагировали на эти вопросы и как-то
выходили из разных, бывают достаточно сложные ситуации, но... Ну, техніка працює в полі, вона не може, ну, в неї в будь-якому разі будуть якісь недовички. Це техніка, це да. Техніка. Ну, я правильно зрозумів, що в гарантійний період клієнт може з вашої згоди самостійно замінити, якщо йому треба дуже оперативно масла, фільтра? Ні в коєму случаї. Ні в коєму случаї. Значить, у нас підписане генеральне соглашення з рядом підприємств. Які займаються технічним обслуговуванням? Нет, міжнародного уровня, наприклад, з компанією Shell. Поэтому масла нам поставляет Shell, специальная упаковка, специальный объем по разливу. То есть мы приезжаем и уже объем для того-то залили. Хочет человек купить, он покупает. Но весь процесс техобслуживания в период гарантийного обслуживания только наши специалисты. Я вірно розумію, що оскільки завод знаходиться в Херсоні, то є якісь регіональні сервісні спеціалісти да, по Україні, які можуть приїхати оперативно замінити. Поки на рівні заводу. Ми виїжджаємо в течение суток, повинні приїхати і виконати всі роботи. Поки так. А в інших компаніях буває таке, що в вигляді консультаційної допомоги приїжджають на зиму і допомагають законсервувати комбайн. Тому що, на жаль, на сьогоднішній момент в багатьох підприємствах якість співробітників, ну, м'яко кажучи, їхні знання погіршились. Чи проводите ви такі консультаційні дорадчі виїзди і просто консультацію клієнтів? Консультацію клієнта ми виконуємо в будь-якому випадку, незалежно від часу року і питань, які він задає. А также то, что вы назвали, то есть вопрос, связанный с помощью в постановке, снятию зимнего хранения, мы это все делаем. Дякую вам велике за наданное интервью. Если вам не важко, представьте еще раз, будь ласка. Шляховер Сергей Викторович.